действительно невозможно не заметить то неприятие, которое в западной цивилизации все более присутствует по отношению к традиционным религиям. Это ислам, это, кстати, и православие. Но с чем это связано? Вот я думаю, что это все-таки не то, что называется цивилизационный конфликт, а мне кажется, что это конфликт между разными экономическими формациями. Я поясню, что я имею в виду. Дело все в том, что западные страны в силу там разных причин